У моего мужа был бизнес-партнер, житель Ливанской области. И изначально была договоренность о том, что если возникнут какие-то вопросы, то все они будут разрешаться в ивановских судах. Это было главным, одним из главных условий бизнес-партнера. При скажем так, расставании муж должен был ему 2 миллиона рублей, часть из которых он периодически выплачивал в течение там, определенного периода, но случился кризис, и выплаты приостановились. Бизнес-партнер идет в суд, и в суде, по решению суда, эта сумма долга из 2 миллионов, часть из которых была уже выплачена к тому времени, она возрастает сначала до 4, потом до 6 и в конечном итоге до 8 миллионов рублей. Продали все, что могли. Ну, там, квартиру, машину какую-то продали, там, имущество какое-то продали, какие-то деньги он вернул. Продавать больше нечего. У доверителя моего осталась одна квартира в Москве. Квартира дорогая. Она находится примерно в центре Москвы. Стоимость квартиры 35-40 миллионов. И вот эту квартиру нужно реализовать каким-то образом, для того, чтобы забрать долги. А реализовать нельзя, эта квартира единственная. И тогда люди придумали очень схему явно мошенническую, явно преступную. Они подделали доверенность, поехали в Ивановскую область, по этой поддельной доверенности совершили сделку купли-продажи, купили там одну комнату в какой-то коммунальной квартире, и документы о том, что квартира куплена моего доверителя, о котором он даже понятия не имеет, они представили судебному приставу исполнителю. И сказали, вот у него два жилья, пожалуйста, реализуйте. Два жилья можно реализовать. Судебный пристав исполнитель вправе это делать. Московская квартира пошла на продажу.